Во Владимире открылась 13-я межрегиональная выставка «Бизнес для бизнеса». В этом году ее темой стала энергоэффективность и инновации в сфере ЖКХ. В выставке принимает участие 91 предприятие, в том числе 15 из регионов ЦФО. Каждый регион по-своему уникален, но вот, мы интересны гостям прежде всего своими новыми информационными и технологиями в сфере ЖКХ. Есть интересные стенды, я полагаю, что каждый несет что-нибудь для себя полезное. Эффект такой, что буквально 90% уже с какими-то контрактами, либо с какими-то полезной информацией, которую могут использовать в дальнейшем. Прочная надежная кровля нужна любому зданию. Влад Универсалстрой производит кровли из инновационного мастично-наливного материала. Он не боится ни сильной жары, ни лютого мороза. Влад Универсалстрой – единственная в нашей области компания, которая делает такие кровли. Работая на рынке уже не один десяток лет, она зарекомендовала себя надежным производителем. Мастично-наливные кровли от Влад Универсалстроя уже защищают от непогоды сотни зданий во Владимире и области. Первый плюс – это то, что мы делаем быстро, до 1500-2000 в смену квадратов. Это с материалом, с работой, без демонтажа старого покрытия. Срок службы наших кровель, мы даем гарантию 5 лет и плюс дальнейшее содержание после гарантийного срока. А так, в прошлом году Муром-Машзавод, Муром-Тепловоз, кровли аналогичные, уже 20 лет, как без ремонтов эти кровли существуют. Это уже могут подтвердить наши заказчики, которые у нас есть и на сайте, очень многие там, управление образования, промышленные здания, хлебокомбинат, ГУП тепличный. Мы в этом году, например, сделали порядка 10 садиков, 5 школ и во Владимире, и в Юрьев-Польском районе. Также делаем жилые дома, промышленные здания, ЖСК, ТСЖ. На выставке «Бизнес для бизнеса» представлено все, что необходимо для добротного теплого дома. Здесь можно узнать о новейших системах вентиляции, которые работают без электричества, о современных системах очистки воздуха и водоотведения. Главный тренд развития сферы ЖКХ – энергосбережение. Посетителям экспоцентра рассказали о тепловых пунктах, которые можно установить в любом здании, независимо от того, новостройка это или старый дом. Система позволяет регулировать уровень тепла, тем самым экономя ресурс и деньги потребителей. Также у нас и производится и прибор учета коммунальных ресурсов, также у нас есть и информационные продукты. А что касается строительства, ну, если мы говорим и капремонта, это отделочные материалы и, в общем-то, технологии именно производства работ. Гостем выставки «Бизнес для бизнеса» стали представители Костромской области. С деловой миссией 33-й регион посетил вице-президент Костромской торгово-промышленной палаты Борис Байков. По его словам, многие предприятия готовы сотрудничать с Владимирской областью. Это и сварочный завод, и производители кровли, и даже фирмы, не относящиеся к сфере ЖКХ. Например, костромичи хотели бы предложить нашему региону сотрудничество в пищевой промышленности, розничной торговле и производстве женской одежды. Оксана Котова, Екатерина Гаврилова, Дмитрий Шаталов. Губерния, 33.